Сегодня в Омске снова умер юноша и снова на тренировке. Это уже третий подобный случай за последние 10 дней. Тело 23-летнего парня нашли накануне вечером в одном из спортклубов Омска. По факту смерти региональный следком проводит проверку. По предварительным данным, молодой мужчина умер в результате заболевания сердца. Ранее 21 сентября на стадионе «Шинник» на занятиях по футболу скончался 14-летний школьник. По информации бабушки, мальчик жаловался на головные боли.